Вот уже 40 лет его главное орудие труда – шариковая ручка. За эти годы он как автор, соавтор и составитель подготовил к печати порядка 40 книг, 50 альбомов и буклетов. Газетных статей и не сосчитать. Писательство из профессии превратилось для него в смысл жизни. Без журналистики нельзя, потому что я и родился в день журналистики, можно сказать. И убери от меня газеты, книги, я без такой работы умру. Свою журналистскую деятельность Алексей Плотников начал в Ленинском районе. В районной многотиражке прошел путь от корреспондента до главного редактора. Позже перешел в областную газету, но по-прежнему является автором «Видновских вестей». Мне очень нравится его высокая работоспособность. И для него нет тем, которые бы не были бы подвластны его перу. За что бы он ни взялся, он старается это сделать хорошо, качественно, интересно для читателя. Почти все книги, над которыми он работал, о Ленинском районе, о его истории и людях. Читая их, понимаешь, что Алексей Васильевич по-настоящему влюблен в эту землю. И началась эта любовь с книги «Видновский край» с древнейших времен до наших дней. Над ней вместе с другими краеведами он трудился более 7 лет. Эта книга выпила много крови, но я думаю, что больше не буду заниматься краеведением, но как раз открытия и находки, которые мы сделали при подготовке этой книги, при написании. Я влюбился действительно в Видновский край, в Ленинский район. В каждой книге, в каждой статье он стремится как можно больше рассказать прежде всего молодому поколению о людях, живших и живущих в Ленинском районе, об его истории и современности. Даже коллеги отмечают, что краеведение для Алексея Васильевича настоящая страсть. Краевед — это прежде всего увлеченный человек, человек, который тратит свое все личное время на свое любимое дело. И это полностью относится к Алексею Васильевичу, который все свои субботы, воскресенья, все свои отпуска проводит не там лазурных берегах теплых морей, а за компьютером, в архиве, в библиотеке, в гостях у какого-то нашего знаменитого земляка. Вот он такой, его не любить, не восхищаться, не уважать его просто совершенно невозможно. Алексей Плотников имеет массу наград. Премия «Наше Подмосковье», которой он удостоился в прошлом году, еще одно признание его работы. Но сам Алексей Васильевич признается, что больше всего гордится другой наградой, профессиональной. В 2017 году он стал лауреатом губернаторской областной литературной премии имени Михаила Пришвина в номинации «Краеведение». Премия Пришвина, потому что, можно сказать, к этому диплому я шел 5 лет, потому что было 5 раз второе и третье места занимал. И вот только в прошлом году мне вручили премию Пришвина за серию книг «Люди нашего края». Обладатель звания «Золотое перо Московии», дважды дипломант областной премии имени Михаила Пришвина, обладатель знаков за заслуги перед Ленинским районом и за личный вклад в развитие района, Алексей Плотников считает главной своей наградой благодарность земляков. И он продолжает открывать для них новые страницы истории. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. «Видное ТВ».